Управление другими – это, безусловно, сила. Мы видим это каждый день – лидеры, политики, бизнесмены. Но настоящая мощь заключается в умении управлять собой. Это значит контролировать свои эмоции, мысли и действия. Когда мы способны справляться с внутренними конфликтами, мы становимся не просто сильнее, но и мудрее. Лао Цзы прав, истинная власть – это не подчинение других, а умение находить гармонию внутри себя. Это путь к внутреннему спокойствию и истинной свободе. Каждый из нас может стать могущественнейшим, если начнет с себя.